Приветствую, дорогие зрители! Перед просмотром хотелось бы вас попросить подписаться на канал, ведь мы стараемся для вас. А мы начинаем! Александра Стриженова рассказала о непростом периоде жизни. Дочь актера Николая Холошина призналась, что злоупотребляла алкоголем. В личном блоге женщина рассказала, как смогла избавиться от пагубной привычки. Александра Стриженова пожаловалась на нелегкую жизнь. По словам звездной наследницы, она никогда не могла рассчитывать на помощь близких. Более того, был период, когда от нее все отвернулись. «Я не забуду тот день моей смерти. Я умерла, наверное. Умерла в тот день, когда лишилась всего, любимой бабушки, мнимой значимости в семье Стриженовых, жилья и гордости, меня растоптали. Сначала я лишаюсь жилья, потом обретаю четкое понимание своей ничтожности. Мне негде жить, мне нечего есть, и в 16 лет я начинаю уходить в запои. Я не помню половину из того, что происходило в моей жизни за последний год. Я просто ищу себя или убиваю», — заявила Александра. Дочь Холошина отметила, что быстро пристрастилась к алкоголю. «Мое отношение к спиртному всегда было таковым, я ненавидела его, потому что пила мама, но обожала, потому что, когда выпивала, забывала обо всем. Мне продавали алкоголь. Я вечно веселая и находила себе друзей», — добавила Стриженова. Всем спасибо за просмотр. Ставим палец вверх.